Ребят, привет! Сегодня мы держим путь в выставочный центр, который называется Нуралем. Этот выставочный центр посвящен энергии будущего. Мы немножко посмотрели обзорное видео на него. Нас оно заинтересовало и хотим сегодня туда попасть и посмотреть. Довольно интересно будет. Я вам все покажу и расскажу. Значит, диаметр шара 80 метров, высота его 93. Там несколько этажей, где представлены разные экспозиции. В общем, все увидите сами. Мы перешли дорогу, и с левой стороны открывается вид на торговый центр Silkway, по-моему. А, кстати, мега, смотри, написано мега Silkway. Это, видимо, и Silkway, а это мега Silkway. Он больше похож на аэропорт, весь в стекле, необычная крыша. И вдаль, отсюда не видно, но вдаль торговый центр метров, наверное, на 100 или на 200 уходит вглубь, куда к домам. Вот, мы находимся в новом микрорайоне, здесь абсолютно новые дома, все очень круто, красиво. Я вам не показал, до дороги были установлены солнечные панели, их довольно много, они, скорее всего, что-то питают, может быть, фонари или что-то еще. И в километре, примерно в километре отсюда, огромная мечеть. Мы уже были в мечети, ну, возле мечети в центре города. Но эта мечеть кажется гораздо больше. Я думаю, сегодня, либо в ближайшее время мы до нее дойдем, обязательно посмотрим. Поснимаю с этого ракурса Нуралем. Это центр композиции. Здесь огромный парк, окружен, значит, зданиями. Вот по левую сторону я вам покажу конгресс-центр. Здесь проходят крупные мероприятия, концерты, встречи деловых лиц. Вот такой плоское здание необычной формы. А слева от него гостиница Hilton. И как раз передо мной торговый центр Silkway. Я не знаю, передаст ли камера, но в этой сфере отражается город. Это выглядит очень круто. Я думаю, что вблизи, наверное, не будет видно, но вот обратите внимание, по центру шара слева отражаются дома, которые подсвечены солнцем. Сейчас попробую приблизить. Шар просто огромен. Я думаю, вечером здесь очень круто выглядит все это, потому что наверняка все подсвечивается. Ну ладно, идем дальше. Что, ребят, мы все ближе ко входу. Перед входом открывается карта этажей. Каждый этаж подписан, что на нем находится. Взгляните, как выглядит эта сфера. Вот внешняя оболочка и этажа разными цветами. А мы идем. Мы возле интерактивного экрана, где можно посмотреть, как расположена экспозиция. Посмотрите верхние этажи. И мы приняли решение сверху вниз, но мне кажется, что вверху будет самое интересное. Давайте начнем сверху вниз. Мы
поедем сейчас на лифте на верхний этаж. Первый этаж — это национальная экспозиция, связана, скорее всего, с культурой Казахстана. Национальные предметы. Все видимости женские украшения, предметы интерьера, часы. Эта стена посвящена гостеприимству Казахстана. Я подойду, почитаю надписи, которые здесь нанесены. Но вам пока просто покажу ее. Казах.
Байтерек. Миф о дереве, соединяющем верхний, средний и нижний миры в единое целое. Это как раз тот самый байтерек, видео о котором я вам недавно показывал. На вершине священного мирного дерева байтерек живет волшебная птица Самрук. Каждый год она откладывает золотое яйцо на вершине дерева, а злой дракон на Айдахар поднимается из подземного мира, чтобы его съесть. Самрук и Айдара и Айдахар символизируют вечную борьбу добра и зла, находясь между ними. Человек должен сделать свой выбор и встать на сторону справедливости и победить дракона. На первом этаже экспозиции, которые показывают, как добывается электричество разными способами. Ветряные мельницы, гидроэлектростанции, переработка угля. Сейчас я вам покажу, как работает мини-ГЭС. Таких экспозиций здесь очень много.